Битва двух именитых клубов хоккея с мячом всегда привлекает внимание болельщиков. Тем более, что на льду губернского центра спорта сошлись кемеровчане и московская «Динамо». Болельщики ждали красивой игры и получили ее. Хозяева вели на протяжении всего матча, который состоял из двух таймов по 30 минут. Двумя голами с игры из точки отличился Вадим Стасенко. Его поддержали товарищи по команде. К последним минутам кемеровчане вели 5-1. Но пропустили совсем необязательный гол, как говорят, в раздевалку. 5-2. Так завершилась эта игра. Матч для нас сложился хорошо, удачно. Матч турнирного значения никакого не имел ни для «Динамо», ни для нас. Поэтому ребята, я думаю, раскрепостились и постарались порадовать болельщиков, что у них получилось. Команда еще не в лучшей своей форме. И проводить в таком формате по два матча в день очень сложно. Поэтому видно, что вторые матчи менее такие интересные, потому что на фоне усталости сложно брать хорошего уровня. После этой игры динамовцы на первом месте, Кузбасс на втором. Кемеровчанам предстоит еще провести несколько игр на этом турнире. Виктор Сохарев, Сергей Шилов, «Вести Кузбасс», «Спорт».